Облагородили эту площадку, озеленили. Семья Анны Ильиной недавно переехала жить в новостройку на улицу Молодежную, поближе к бабушке с дедушкой. У пары двое детей, и помощь им особенно нужна. Новое место жительства устраивало всем. Вот только во дворе не было детской площадки. Проблема решилась в этом году после того, как Анна вместе с другими жителями дома обратилась в районную администрацию. Мы все очень рады, что открылась детская площадка. У нас такая комфортная, современная и безопасная, потому что в наших домах живет очень много детей, а не было такой базы, где мы могли с детьми гулять. Во-первых, это новые дома, и дома многоэтажные. Есть даже 16-этажные, 24-этажные. Представляете, сколько детей. И вот когда вечером идешь вот этой площадке, детей очень много, и все радостные, и все довольные. Здесь и горки, лесенки, качели и две спортплощадки. Место обустроили благодаря федеральному проекту «Комфортная городская среда». В администрации района говорят, площадка отвечает всем современным требованиям. Конечно же, это место теперь стало притягательным как для малышей, так и взрослого населения. Площадка абсолютно, я считаю, удалась. Всего в промышленном районе на средства федерального проекта до конца года откроется 6 новых детских площадок. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Константин Головин. События.